XX, с вами Беливикс. Всем привет! В сегодняшнем видео я проведу мейкап-туториал и постараюсь показать вам, как можно сделать макияж Рошель Гойл из цирковой серии Freak du Chic. Наносим праймер на лицо и все равномерно растушевываем. База придаст более ровный тон. Чтобы у нас получился серый оттенок кожи, как и у куклы, мы наносим серый тон на лицо. После этого коричневым карандашом рисуем брови. Форма бровей должна быть как у настоящего мима. Далее наносим розовые тени на верхнее веко. А потом еще добавляем голубые тени на подвижнее верхнее веко. Рисуем стрелки черной подводкой. Нижние ресницы у куклы увенчаны черными кружками, как бубенчиками. Мы же берем в руки черную подводку и рисуем прекрасные подтеки. Потом подкрашиваем ресницы черной тушью, чтобы придать нашим ресницам объем. На губы наносим розовую пудру. Можно, конечно, и воспользоваться помадой, но лично мне так нравится больше. Берем щетку, макаем в раствор и вводим пальцем по щетине. А это довольно щекотно. Но зато я теперь настоящая Рошелька. Напоследок я крашу волосы розовым цветом. Отлично! Вы только посмотрите, какие милые завитушки. Теперь у меня гламурно светло-розовые волосы с черными прядками сзади. А еще у меня отросли изящно изогнутые ушки на макушке. И как вы поняли, все это благодаря парику. Для циркового выступления мисс Гойл создала действительно яркий и незабываемый образ. Платье будто сложено из двух частей. Нежной кофточки в черно-белую полоску и разноцветной коротенькой юбочки, украшенной неким подобием перьев. Объединяет их тонкий голубой поясок, прекрасно сочетающийся с классическим воротничком циркового клоуна. Ну а на этом все. Напиши в комментарии, как тебе мое видео и на какого персонажа ты. Да-да, именно ты хочешь следующий мейкап-туториал. Подпишись на канал и поставь мне лайк. Найди меня ВКонтакте и в Инстаграме. Если что, для особых я оставлю все ссылки в описании под видео. А с вами была я, Рошель. Всех люблю, целую, обнимаю и прощаю. Пока!